Большой гибул! Добивай! Это Лондон! Мы начинаем сегодняшний трип. Всем сквирт! Сгинь, нечистая сила. Так, идем. Слушай, вот выиграть и получить на халяву, это намного больше эндорфинов вырабатывает, чем ты пошел и купил себе. Я бы не так радовался этому телевизору, если бы его сам купил. Подарки мы любим. Что за подарки? Сейчас, подожди. Давай. Это очень интимная вещь. Вибратор, что ли? Специально для Алины. Подарок. Так, только подумай сейчас хорошо. Ты хочешь это подарить? Конечно, хочу. Ты что? А у меня Алина очень такая. Не, подожди, подарок тебе. А, подарок тебе. Но так. Он подойдет для Алины. Так, что ну, вот. Сейчас объясню. Какая-то значит... щекоталка ануса, что это? Это синка пепа. Не, смотри, как бы мы с тобой последний раз, когда пробовали на стуле, да, развлекались со стулом, тут не хватает одного элемента. Как двигать пальцами. Так. Вот как двигать пальцами, ну, я заснял видос специально там, и я использовал свинку пепа, она подходит. Так. Можно любую игрушку, но свинка пепа. Значит, мысль такая, что надо вот так вот прижимаешь пальцами и делаешь вот так подушечками. То есть, по сути, это тебе дополнительно для тренировки твоих пальцев. Спасибо. То есть мне так тренироваться, да? Да, тебе тренироваться, да. Во. Не. А, я должна звук издавать все время? Да. Еще не кончает? Надо воды налить, она будет так делать. Че я тебя пригласил? Мы сейчас кое-куда поедем. Это сюрприз для тебя. Блин. Ты будешь в непривычной для себя обстановке, но ты должен достойно выйти и показать все свои супернавыки. Вообще не вопрос. Согласен, только в бою можно проявить себя. Да. Ну, рассказывать все гораздо. Самое главное, чтобы Гена умел делать квадратики. Какие? Хорошо. Всем привет! Я снова собираю чемодан, потому что уже сегодня мы летим с Олегом в Лондон. Лондонск! Два постика сейчас приезжают. Это Лондон! Мы начинаем сегодняшний трип. Всем сквирт! У нас ночью пройдет там концерт. А днем у нас будет уйма времени для того, чтобы погулять. А это что, Биг Бен? Сейчас мы пойдем туда. Он идет за мной, блядь, Олег! Биг Бен! Я надеюсь, то, что мы найдем бифитера, хотя бы одного. О, смотри. Да. Гарри Поттер наш экскурсовод. Мне кажется, мы нашли его, Олег. Мы обязательно найдем его и устроим битву взглядов. Я думаю, что Олег победит. Я викинг. Нет. Я есть викинг. Я Рагнарёк. Ну что, погнали? А, подождите. Скажите вместе со мной. London is the capital of Great Britain. Let's go. Санька! Что? Ой, ты что, голый? Да. Я люблю, когда он ходит голый. Это дневник отпускника и пари с Болливуд Бургер. Олег, давай быстрее собирайся. Бля, твои счастливые туфли, бро, они принесут нам удачу. Итак, мы выдвигаемся в Лондон. Надо присесть на дорожку, да, Олег? Что ты обычно смотри, говоришь? Вон моя камера снимает. Что ты обычно говоришь про себя? Когда? Ну, когда вот так вот садишься. Какой красивый мужчина. Фу, ну с Богом. Погнали. Че, отдохнул от меня на Бали? Николя? Там-да-дам-да-дам. Давай, отожми у кого-нибудь бабло. Какие у тебя красивые штаны? Мы в аэропорту. Мы летим в Лондон! Лондон! Чубак какой, здорово. Здорово. Че? Знаешь, когда мы идем,
Ты меня обычно спрашиваешь, куда мы идем? Забирать свое. Да, пойдем что-нибудь наберем у него. И давай попробуем у него что-нибудь спиздить, и пусть он это увидит только в выпуске. Мы же хотим, мы все пиздим. Seven in the morning and I'm lying in my bed. A million ways to hurt you running round around my head. Вот Вилсаков мажор, а? Прям на Третьяковском проезде, на Никольской, в самом центре живет. Все блогеры живет? Работает, офис. Это только офис здесь. А где он живет? Я вообще не знаю, где, на небе. Блогеры, миллионеры, они зарабатывают кучу денег. Зарабатывает 5 миллионов? 5 миллионов. 5 миллионов Вилса зарабатывает. 5 миллионов рублей в месяц. Блять! Мы вообще в шоке от того, сколько бабок ты зашибаешь вообще. Просто? Просто находишься на Третьяковском проезде. Да тут не дороже. Никольская. Не дороже, чем у тебя, Ленда, я думаю. Мне уже не терпится посмотреть. Я тебе приготовил сейчас приколюху такую зачетку. Давайте. О, здрасте, ребята. Привет. Извините, что отвлекаем, немножко тут поснимаем, ладно? Да. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Амирав. Валентин. Саша. Женя. Круто. Парни, сразу первый вопрос. Вы довольны вашей зарплатой? Да. Они замялись немного. Слушай, у тебя такой классный. Вот сразу видно, офис блогера, да? Как у нас, творческий бардак. Всем занимаются тут подряд. Кайф. Айфон починил? Вот он лежит. Видишь? Убитый пока. Да. Я заказывал... Уже подписчики вопросы задают. Я заказывал корпус. Мы сделаем, мы не просто его починим, да, а мы сделаем его в цвете Jet White. То есть он будет полноценный, рабочий. То есть это не знаешь, какая-то там кукла, которая будет выглядеть. Он реально будет хороший телефон. Я думаю, я тебе его отдам, а ты там решишь... Да, я его дарю подписчикам. Да, да, да. Ты потом... У меня сейчас скоро будет 500 тысяч в группе, и я бы хотел им кому-нибудь подарить. Будет, да. Будет очень крутой, в смысле того, что он будет прям, ну, реально раритет. Рабочий. Да. 10 сосисок я беру. Да. Если ты сейчас съедаешь 10 сосисок, легко. Я тебе дам косарь. Питак. Питак. Давай. 10 сосисок еще. Да. Давай. Давай. Так, у нас челлендж. 10 сосисок, я тебе сейчас их принесу. Да. Если ты их съедаешь, легко. Я тебе даю питак. Легко. Все, хорошо. Если ты хочешь сначала, питак, иди, найдись. Ну, он у меня с собой, ты же меня знаешь. Давай, давай. Ты знаешь, на меня сейчас смотрели как-то идиот. Слушай, я, да, короче, подумал. Нет, давай, давай без мне подумал. Будет, мне будет реально хуево. Давай каждая сосиска косарь. Нет. Поехали. Golden Girls. Для дневник хача. All hands on deck. All in the front, all in the back. Just like that, like that, like that. I'm a boy, you're mine. Take it out on the floor like that. Можно? Здравствуйте, простите. Здрасте. Девочки, привет всем сквирта. Для начала. В общем, смотрите, это уникальный человек с сверхспособностями. Его зовут Антон. Сквиртмен. Он сейчас будет вас удивлять. Бля. Подожди, дверь запирай! Запирай снаружи дверь! Пиздец. Я думал, им надо держаться, а я понял, что пиздец тебе. Бля. В общем, подождите, не делайте преждевременных выводов. Он сейчас попробует вас удивить. Чего? А что он там разделается? Просим! Антон! Вас. Пожалуйста, вступай! Давайте, ну, сейчас мы попробуем с вами одну штуку. Штука называется трансовый оргазм. То есть я к вам не буду нигде прикасаться, кроме как головы и немного спины. Ну, я же говорю, не снимаю. Не, вашей головы, не моей.
Еще одна новая GoPro-шечка 5. Сейчас ее было первое включение с дебютом тебя, моя хорошая. Можешь одеваться, мы опаздываем. Готова. Все, поехали. A double cup to forget, to forget what you did. Ты же знаешь. Куда? В Сочи. You're on my mind, thinking about you all the time. I don't want you to let go. В общем, мы с Алинкой едем в Сочи. У меня две сильные мотивации. Мне кажется, я уже поборол хотя бы немножко страх и боязнь высоты. Я прыгну с тарзанки. И второе, там сейчас проводят турнир покерный с призовым фондом $500 000. Можно побороться за 160 тысяч. Вступительный взнос там $1000, но его мне оплатил покер-дом. За это вам отдельное спасибо. И вообще, всю поездку мне оплатил покер-дом, и гостиницу, и трансфер, и вообще все, за все башлял покер-дом. Спасибо, покер-дом. По указанию экипажа, в случае необходимости, все электронные устройства должны быть выключены. Давай. Подождите. Хлопайте. Спасибо, спасибо. Ушел. Красава. Пять, дай пять. Это Таиланд, детка! Мой водитель, он дрифтер. Тоже заканчивал школу дрифта, так же, как и я. What is your name? Не понь дрифт, ты Олег Дрифт. Здесь. Всем привет, это дневник отпускника, и я в Таиланде. Решил в очередной раз доказать Амирану, что он сыкунишка, и сегодня я полечу над пропастью. Просто офигеть, на какой там высоты пропасть. Итак, это мой отдых, это моя семья. Пойдут сейчас сфоткают. Люблю их. Варь, смотри, у меня дельцы. Это же FIFA? Да. Новая? Да. Ты хорошо в ней играешь? Ну так. Ты хочешь сыграть? Ну я так же. Давай на что-нибудь сыграем. Давай. На что? На телевизор. Что у тебя есть? У меня есть деньги. Потому что, скорее всего, ты проиграешь. Ну, не факт. Хотя факт, да. А у тебя что есть? Меня? Да. Я такой сразу на свой шкаф посмотрел. Да, ну не смотри на эту мелочевку, это неинтересно. Смотри туда куда-нибудь. Да, нет, здесь много чего все носит. Телевизор. Телевизор? Ну, если ты его унесешь? Я унесешь. Вот этот вот, хочешь? О, давай на шлем VR. Нет, давай на телевизор. На телевизор? А он хороший? Ну... А у вас-то телевизор это появился? У нас нет. Ну тогда сразу мне привезет. Серьезно, мой телек. Я просто реально уверен, что нет, телек бери. Просто ты проиграешь, поэтому я как бы уверен, что... А, мы играем телек на игру. Не просто так дальше. Нет, да, чтобы был интерес. Хорошо, а если я проиграю, я тебе что? 5000 рублей. Давай. Согласен? Легко. Блять. Ну ладно, давай. Уверен какой-то. Что-то меня это пугает даже, блять. Выбирай команду. Ну, я играю за Барселону. Ну давай я, чтобы было по красоте, возьму Спартак. Ты настолько уверен в своей игре? Вообще. Ты серьезно? Ну да. Я не знаю, как ты играешь, но...
Нихуя себе. Допустим, Спартак вывозит. Это Лондон, Санька. Олег, тебе сейчас депортируют отсюда. Ну тут два постика сейчас приезжают. Земляка, Хачак. Не знаю, как им дали визу в эту страну. Здорово, ребят. Здорово. Welcome to London. Я организаторам сказал, что мы не хотим ехать на машине, стоять в пробке, потому что у нас мало времени. Мы едем на метро до Гайд-парка, там, где мы живем. А это что, Биг Бен? Ребят, вон Биг Бен, смотрите. А, это дерево. Куда мы едем? Самое сердце Лондона. Сколько стоит один, ты сказал, билет в одну сторону, стоит на метро? 400 рублей на наши деньги. 400 рублей на наши деньги. 300 рублей точно. Одна поездка на метро. Жесть, дорого. Короче, мы решили отказаться от какой-либо помощи с Саней и решили пойти сами. На экскурсию. Покажем Хайд парк. Да. Это самый известный парк в Лондоне, самый красивый. Он находится в самом центре. Мы идем в Букингемский дворец, и наша самая главная цель, знаешь, какая, Олег? Какая? Найти Бифитера. Знаешь, кто это? Кстати, парни в шляпах. Вот тут сейчас смехал, бро. Всем сквир! Блять, ты что делаешь-то? Ты дурак? И он идет за мной, блять, Олег, ты дебил, блять? Олег, бей его, блядь. Следующий вопрос. Только по очереди отвечаем. Ладно, просто интересно. Ну, все мы взрослые здесь, да? Предположим, что у всех богатый опыт сексуальный. И вот мы про себя со стороны мужской точки зрения уже с Антоном говорили в предыдущем выпуске. Что можете сказать? По статистике, из там 10 мужиков, сколько попадается реально с кем хорошо? Один. Один? Один. Три главных совета, каких вы дали бы мужчине, чтобы... Всем было хорошо? Да. Кондрашов, прыгнешь? О, Господи, ты меня напугал. Нет, это самый большой страх в моей жизни. Хорош, не начинай. Это в моей жизни самый большой страх. Я очень боюсь высоты. Давай преодолеем его вместе и в обнимку прыгнем. Нет. Давай. Ты серьезно прыгнешь зимой? Ну, а что делать? Давай, я тебе десятку дам. Я тебе полтинник дам, прыгнешь? А я тебе сотню дам. Давай. Прыгнешь? За сотку? Да. Нет. Ну реально, это надо что-то... Блин, так приятно, что еще один трус есть. Талант хорош трындеть, мозги им компенсировать, хуйню несет какой-то. Я говорю, я как будто и не уезжал отсюда. Да. Снова два золотых Мерседеса, да. Ну что, мы снова в Сочи, малыш. Пожелай мне удачи, чтобы я выиграл. Желаю тебе удачи, чтобы ты выиграл. Минимум 100 тысяч долларов. И в этот раз мне хватит храбрости и смелости прыгнуть с этой тарзанки, которая меня преследует во сне, наяву, в комментариях. Везде она меня преследует. Я прыгну, и вы мне все напишите: ты молодец, крутой, молодец, Хач. Большой гибон. Большой гибон. Это мой погонял. Большой гибон. I am большой гибон. Итак, наша цель 400 метров. Но прежде чем добраться до нашей цели, нам нужно пройти некоторое количество таких проводов. Поехали, большой гибон! Парни, вы что бахилы одели-то на голову? Ну, бахилы, во! Шлем, говорю, хороший. Шлем. Твердый. Окей. Ё-моё! А мы все выше и выше с ребятами, с моими, с Андреем, с Иркой.
and I'm scratching like I don't know better. Won't you keep the wolves from the door? It won't be long before I cave in and open up the... Да мне не страшно было, слушай, это прикол был, шутка. Смотри, смеются все. Компьютер мне подыгрывает. То есть, например, Месси... Есть! Есть! Неймар. Да-да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да-да! Гол! Есть! Есть! Телек с нами, ребята! Все, держим оборону и прессингуем. Добивай! Нет! Ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Да ничего ты там не выходишь! Это... Блядь, сука, мудак, блядь, что это сделал? Есть! На! Съешь, блядь, и телек отдай, блядь, на большую брону здесь по соседству! Телек! Филипс, что это там? Тебе сколько дюймов? 55. Снимай. Просто, ребята, вышел, заработал, команда, все для вас, блядь. Спасибо, босс. Снимай, снимай, мы реально. Зачем ты приехал? Сколько телек стоит? Соточку, наверное. Соточку подняли. Ешь Сашу. Тебе плохо или нет? Деньги приготовил. Подожди, тут даже еще не за чем готовить. Смотри, тут тоже взял соточку. Тебя берут пример. Да, да. Ну все. Ты что, обалдел? Неплохо. Ну ладно, давай хотя бы вот это доешь, вот это вот маленькое. И пятак. И пятак, да. Вот тебе пятак. Фу, ты видел? Итак, мы продолжаем поиски бифитера. Вот он, Букингемский дворец. К сожалению, он закрыт. Там стоят гвардейцы. Мы не смогли к ним подойти. Три главных совета мужчине, чтобы он был классной женщиной, и у нее осталось впечатление хорошее после него. Уважаемые мужчины, никогда не торопитесь в сексе, я вас очень прошу. Лизать, облизывать, целовать, щетинкой по спине водить. Будь нежным. Все очень просто, несколько дырочек и все. Слушай женщину, когда она просит сделать ей приятно там, где она... очень нуждается. И не надо на сухую, если понимаешь, что девушка еще не возбуждена до конца, не надо туда засовывать. А что делать, чтобы возбудить? До конца возбудить, чтобы уже такая была горяченькая. Нет, в действиях конкретно. Вот, кстати, нужны только ручки, как бы, куда нужно правильно все делать и вставлять. Язычок, неважно, короткий он или длинный, главное, что он есть. В ушко целовать нежно, язычком водить, ну вот все, за сосочки трогать аккуратненько, за сисечки. Где вы всему этому еще научитесь? Дневник хача, пожалуйста. Понятно. Итак, 500 тысяч долларов призовой фонд. Есть за что побороться. Ребята, бабки нужны. Ну, серьезно, вот есть какие-то основные там, не знаю, три золотых правила? Ну, вообще, у вас на камеру так говорится, у нас покер не говорится, но главное покерное правило – это трибетить и не ссать. То есть, в общем, играть агрессивно. Трибетить и не срать, понял? She ain't got no money in the bank. Я вылетел.
сет моих вольтов выбил стрит, причем выбил мужик меня из турнира, который взял у меня телефон с потенциальным сотрудничеством. Чтоб ты знал теперь, никаких скидок тебе не будет, никакого сотрудничества не будет. И вообще трубку брать не будут на тебя, дядя. У меня тоже, как правило, не лезет. А он сейчас видит, нет? Он сейчас не видит. Подожди, здесь у тебя кнопочка, это вот. Эти уши надену, подожди. Все, я играю. И что делать, встать? Надо... Нет, встать ты не будешь. Ой, я уронил камеру. Садись обратно. Теперь наблюдай. Короче, я связан на стуле, а вы видите, да? Да. О, мужик с усатцем к тебе лезет. Блин, на Майами похож. Ой, там кто-то идет, смотри. Тёлка какая-то. Блядь! Ни хрена себе! А что она сделала? И что делать? Валь, Валь! Валь, что делать? Блядь! Сука! Ну чего, что она ногу мне проткнула? Валь, что делать? А, вот ножик. Не-не, у тебя здесь пуля нет, ты сидишь связанный. А скажи, чувствуется, как будто реально ногу проткнули? Пиздец вообще. Ну вот эта реакция на падение просто один в один. Кто кого убил-то? Ой. Мне пиздец, да? Я уже все понял. Нет, представься на секунду, что это в реальности. Я бы уже умер от сердечного приступа. Я хочу тебя, а ты меня хочешь? Я хочу тебя, а ты меня хочешь? Я хочу, а ты меня хочешь? Хочешь? Хочешь, хочешь, ну пошли. Got it in the bag, yes, I 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 got it in the bag, yes. Алло. Нет, мороз. Лю, мороз, не морозь меня. Не морозь меня, нет, моего нет, коня. Сосущегося коня. Can you say, my friends, can you say дневник хача? Дневник хача. Дневник хача. Дневник хача. Дневник хача. Все правильно. Амиран, как жаль, что ты боишься высоты. Это просто нереальное ощущение. Мы сейчас едем туда, куда мне не очень хочется ехать. Но это принципиальный момент. В общем, это принципиально важное для меня место. Фух, я со всех сторон. И с психологических, и... Не знаю, что говорить, слов, короче, нет. В общем, третья попытка. Третья, говорит, попытка. Там уже тебя, наверное, все уже, да, все у меня уже. Амиран прыгнул. Прыгнул, или нет? Прыгнул. Как дела? Рад тебя видеть. Взаимно, дорогой, ты как? Нормально. Что сегодня, что у тебя? 207? Да. Очередное действие? Попробовать. Не надо ничего пробовать, надо уже по-моему. Начинаешь. А ты один опять пришел? Нет, я пришел с компанией друзей. Куда мы идем, Олег? Мы продолжаем искать мужчин в шляпах. Короче, шапка мы... огромная. Где гвардейцы-то? Почему мы их не можем найти, Олег? О, смотри. Put my money where my mouth is and laid my cards. Короче, пока мы не нашли в шапках, идем к другому гвардейцу, который долго тут стоит. I don't know about tomorrow, but I know I got heart. Put my feet right on the margin. Гарри Поттер наш экскурсовод. Come here to make sure they've been doing their jobs. And the jobs they have to
Мы продолжаем поиски бифидеров. Это были просто гвардейцы. Не бери Амирану. Убирай, давай. Ходи. 8-9-8-9-8-9-8-9. Амиран, телефон, звоните. Алло, привет, волосатая спина, как дела? Мы в Лондоне, у нас все хорошо, да, да, мы счастливые люди. Хачей? Нет, вообще нету. Вас всех не пускают сюда. По реакции девушки можно что-то определить, но не факт, что это будет правда. И поэтому в сексе очень важно разговаривать, нравится так, прислушиваться к советам. Я не говорю, что каждому совету следовать, потому что девушка может и не то говорить, иногда надо сделать не то, что она хочет. Но обязательно общение нужно. Да, как бы вот в сексе без этого никак. Или после секса. Просто некоторым секса, не во время. Ненормально. Плиз, пожалуйста, не во время. Агрессивно. К чему? Ну, к разговору. Например, говоришь ему, я хочу вот так. И он сразу воспринимает это на свой счет и говорит, значит, тебе вот так, типа, не нравится. И начинает заморачиваться. Ну, да, да. Сразу вставай, одевайся. Ну, вот я так и делала. Поэтому у меня нормально. Это реакция, которая сейчас от тебя исходит. Вот. Тут есть более простая стратегия. Когда тебе нравится, ты показываешь, что тебе нравится. То есть, если тебе нравится, ты дышишь томно. Если тебе нравится, ты стонешь, да? А если тебе не нравится, ты коробишь ебал. Вот так вот. Понимаешь? Если вот мужику вот такая обратная... Ну да. Вот так вот. Мужику вот эта обратная связь, это самое важное. Ребята, срочно надо остановиться на минуту. Справа припаркуйтесь. И надо вперед пересесть, оттуда кадры лучше. Я блогер и немножко забыл об этом. Сейчас вспомнил. Какой кадр? Не дублируй контент. Отвали. Does she? Well, it's not like I planned this, but you were so fucking romantic. Why you always acting so frantic? Listen to me. Just love me, love me, love me, love me. Просто супер красиво. And hold me till it's dawn. And maybe you can make me forgive myself. Спасибо вам огромное. Спасибо, это было круто. Вот такое. Такой промышленный. Как бы Гена сказал, промышленный. Промышленный. Так Гена бы сказал? Да. У тебя такой грустный вид. Давай споем нашу песню, которую мы скоро выпустим совместно. Ты не слышал? Не слышал. Двое друзей идут по кругу. Ну по какому? Ты бот, что ли? Очень клип представил. Амиран бы, если бы здесь бы стоял, вы знаешь бы, как он сделал? Давай привет передай. Кому? Амиран. Да, Амиран, мы тебе передаем привет. Если бы ты был бы здесь с нами и посмотрел бы вниз, ты бы сделал бы вот так. То есть одновременно замерз бы и обосрался. Ты от экстремал же, да? Ты? Со всего чего угодно только прыгал. И здесь ты с парашютом еще прыгал. Прыгал. Чтобы вы понимали, здесь все с тарзанки прыгают, а он прыгал с парашютом. Представляете? Я видел этот видос. Это круто. Может, ты мне напутствующие слова дашь, чтобы я не боялся? Что мне делать? Блять, как трясет мозг. Главное, как бы сосредоточиться и прыгать. Ну как вот преодолеть этот шаг вот в пропасть? Ну это смотри, тут как даже смотреть страшно. Дело в том, что... Ну, ты должен... Блять, дурак, блядь. Сука.
Вы просто поймите, что эта штука, она безопасна абсолютно, да? То есть вы должны ей доверять, как, не знаю, как папе, как маме. Да, даже этому мосту не особо хочется доверять, да? А вдруг у меня в полете сердце остановится? Да, сердце не остановится. Адреналин тебе как бы обратный, спасет, даст, да? Обратный ход даст, да. То есть он тебе прострелит сердце. Надо еще во что-нибудь выиграть. Counter-Strike. Давай офис на офис. Да, давай, офис на офис. Ну, прикольно, да. Давай. Давай. Будет круто. Будем биться. Это получается. Мы где-то майки с львами сделаем. Да, а вы делаете. Яблочко. Отлично. Да, да, да. И сыграем на что-то. Но, возможно, это потом перейдет в традицию, и все будут играть. Можно так будет вообще махать. Да. Ну что, ребята, пойдемте домой. Пришел, увидел, победил. Да, нормально. Все, брат, спасибо. Все, спасибо. Знаешь, что там сидит, Олег? Черный ворон. Это знак. Опять Амиран, он все время знак, с нами. Это знак. Когда черный ворон садится на фонарь, нужно просто дать попить спрайта. Олег, мне кажется, мы нашли его, Олег. Этого бифитера. Но он что-то слишком, но он слишком высокий. Вот он. Hello. Can you tell where we can find real beefeaters? Real beefeaters, yeah. Or Queen's Guards? I'm a Queen's Guard. Yeah. Or a beefeater. Beefeaters you will find at Tower of London. Yeah. Queen's Guards you will find at Buckingham Palace or Windsor. Okay. Thank you very much. You're welcome. Thanks. Thank you very much. Я надеюсь, что наши старания не зря. И мы доберемся до гвардейцев, да, Олег? Йо! Переверни. It's the tan Peter Pan, pecan sedan, butterscotch boss, butterscotch fans. Watch me spend them grands, watch me run up them bands. Right wrist lit, left blank disc. Reveal what she missed, power six in my sun kiss. Now watch me pass the time. Rolex was lemon lime, lemon pepper, lemon garlic table salt. Drop the top, smoking Lamborghini leg lock, leg lock. I can't remember this that way. Yeah. It might be that way. What do you do? Ask the station. See, do you know the gate? Yeah. Station gate. They will tell you. They don't want. Okay. Yeah. Thank you. All thank you. Thank you. Пойдем туда. Мы должны их найти. Мы должны. The future. The future. Здравствуй. Ну привет. Здравствуй, мой маленький друг. Чего ты решил, что я маленький? Ладно, ладно. Глаза все закрываем. Ну все же ноги поставь рядышком, чтобы не перекрещены были. Вот так? Можно так. И перед тем, как представить летний день, позволь себе просто последить своим дыханием. И сейчас на некотором расстоянии сверху позволь себе представить горячий шар тепла. Тот шар, который уже светит значительно сильнее, чем те предыдущие, которые светили до этого. И как этот шар светит, тепло проникает, идет тебе по затылку, проходит по позвоночнику и попадает тебе в грудь. И там в груди тепло образует некий шар тепла, который становится сильнее с каждым моим движением, становится сильнее с каждым словом, которое я произношу, и становится сильнее с каждым вдохом, который ты делаешь. Хорошо. Позволь себе почувствовать, как этот шар тепла внутри твоей груди набирается еще сильнее. Это не только Амиран, ребят, все эти ощущения вот снова, как будто дежавю. Я их сейчас снова ощущаю, проживаю. Блин, ну пипец, что-то. А, вот, кстати, когда смотришь,
И когда дома настраиваешься на то, что ну все, понял, осознал, теперь я смелее, я точно поеду прыгну, как только заходишь на этот мост. Все, желание полностью пропадает. Пойдем со мной, сказал. Мне страшно. Со мной иди. Нет, пожалуйста. Нет, идти не страшно, кстати, реально. Уже. Может, я реально стал монстром? Мне кажется, я уже не сыкунявый, ребята. Все, я больше не сыкунявый. Я могу даже бежать здесь. Нет, что-то страшно. Идем, 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 идем. Хватит плакать, иди бы. Смотрите, как я скрючила. Иди быстрее. Ты можешь быстрее идти? Иди быстрее. Пропусти человека. Пропусти человека. Иди, иди быстрее. Все, пошли. Иди быстрее. Я хочу домой. Мы все разузнали, Нам надо быстро, купить билеты, чтобы зайти в этот замок, потому что он закрывается через 10 минут. И там есть бифитеры, блин, к которым можно подойти, сфоткаться и поугарать с ними. И мы достигнем нашей цели. Бегом, 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 Олег. Hello? Hello? Two tickets, please. Yeah, we are closing in 40 minutes. Yeah, we know, Мы сейчас к нему дойдем и сфоткаемся с ним и заснимем видео, то мы молодцы. Мы молодцы. Нам нужно бежать. Ого, ну вообще здесь просто нереально попахивает стариной, величием. Ребята, ну, мы нашли. Вы знали, что нам это стоило? Сколько? Мы нашли, вот они стоят, бедные, мерзнут. Это женщина. Это женщина. Это мужчина. Это женщина, я тебе говорю. Нет. Да. Смотри, он только прямо смотрит. Он только. Ой. Он смотрит только прямо. Он даже не двигается. Нифига себе. Ты знаешь, зачем он так сейчас ударил ногой? Конечно, почесать яйца. Hello. Hello. Is these guys are befeaters? No. No? No. They're soldiers. Soldiers. Yes. And befeaters? Me. You? Can we have a picture with you? Yeah, yeah. Все, это и есть бифитер, вставай. О, мы нашли бифитера. Давай. Круто. Как оказалось, бифитеры это есть вот эти чуваки, а те просто охранники. Позволь себе почувствовать, как этот шар начинает опускаться из груди. Сначала вниз груди, потом вниз живота. И там внизу живота превращается в возбуждение. Возбуждение внизу живота становится сильнее и сильнее. Да. Каждое мое слово делает это возбуждение сильнее. Каждое мое движение делает это возбуждение сильнее. И каждое прикосновение, даже пальцем к твоей руке, делает это движение сильнее. Если все эти три вещи делать одновременно, то твое возбуждение становится сильнее уже сейчас. Все сложности, которые находятся в твоей голове, уходят оттуда и остаются только возбуждение. Да, хорошо. Возбуждай сильнее прямо сейчас.
Хорошо. И прямо сейчас позволь себе исполнить ту команду, которую тебе даю. Хорошо, да. Вот здесь вот оргазм сильнее в 5 раз, здесь в 10, здесь в 50, здесь 100. С каждым движением руки оргазм усиливается сильнее. Давай 5. Давай 5. Есть еще раз. У него есть фишка, давай 3. А ты откуда? Я вот так, давай 5. Блять, короче, мы все очкуем, да, пацаны? Нет. Нет. Да, я видел. Мы жили без денег, ели грязь. Да, копались в помойках. Да. Давайте свой последний предсмертный танец исполним. Я хотел бы прыгнуть вторым. И? Вторым и прыгнул, потому что я вторым прыгнул. А я прыгнул первым. Ну чё, супермены? Давай, Саня! Саня! Блядь, ну здесь очень страшно, блядь. Еще и трясется все. Ой, вы сопечаешь, сейчас за свое боятся. Да? Блядь, ты посмотри, посмотри, у него цвет, он, блядь, он вообще вот трясет. Готов! Блядь! Амиран, ты вообще понимаешь, что происходит? Олег, вперед! Красава! Знаете, что это такое? Это билет в скайпарк. Билет в скайпарк неиспользованный, который я могу в течение года прийти, использовать и прыгнуть. Я не забрал деньги, я забрал только билет и дал себе слово все-таки прыгнуть. Верите, нет? Простите, ребят, опять осечка. Я хотел, честно. Прям все сводит. Просто. Простите. Я просто вся эта самая. Ну, пока снова сыкуняла. Че, ватные ноги, да? Пиздец вообще.
да, походу тело, да. А. Ой, тебе очень хорошо в этом костюмчике. Ой, Миран, любимый, все. Ну что, снова подводим итоги. Мы уезжаем из Сочи. Два раза выбыл с турниров. Кэша проиграл прилично. Второй приезд в Сочи казино не очень успешный, но я ни о чем не жалею. Реально круто, отдыхаешь, отрываешься, атмосфера нереальная. Я считаю, турнир очень крутой получился. Спасибо Покердому за то, что пригласили и все устроили на королевском уровне. Это первый официальный турнир. Реально, я считаю, получилось очень круто. Я буду учиться играть лучше. Спасибо Покердом. Играйте с Покердомом, выигрывайте. Желаю вам успехов. Не проигрывайте, как я. Бля. Я сейчас в номере у Сани Кондрашова, это блогер такой. Вот, у него в номере. Я не взял с собой MacBook, и так как завтра уже воскресенье, а надо файлы перекинуть, чтобы Гена монтировал. У него есть Mac, все необходимое. Я пришел к нему вот сливать с двух камер свои файлы, но прикол не в этом. Пока его нету, они пошли в спа с Алинкой и с его женой Настей. Я ему тут написал пост от его имени. Самое больное — осознавать, что я не просто гей, а пидор обыкновенный. Надеюсь, вы не отвернетесь от меня, и Хованский не запишет на меня диск. Народ, походу, стал верить.